приходите в храм, приехал Игнатий Тихонович. Трудовой час сегодня отменяется. Значит, нужно будет вот что сделать. Записать все его пожелания. Первое, второе, третье, все пожелания записать. Вот. И потом ко мне письменно благословите. Первое, второе, третье. И по этой программе будем действовать. Итак, ждем вас в храме. Записывайте по пунктам все пожелания. И дальше, исходя из этих пожеланий, значит, обращение ко мне, что благословить, значит, все исходя из того, что они пожелают. Как? Спросите относительно посольства, паспортов. Приходите в Северный Петвор. Тут начнете общаться. Сейчас еще вопросы у него есть. Первый вопрос. Походили ли они? Елисавета. Поговорите обо всем. Так, пожалуйста. Что, вы ходили или не ходили в посольство английское? Так, теперь... Спаси Христос. Так, насколько возможно быстро приезжайте. Для нас это абсолютно необходимо сегодня сделать. Это в визовый отдел надо поехать. Вот мы должны поехать с отцом Кириллом, договорились. Он оденется и попутно, может быть, на бланке на вашем тут ходатайство написать, чтобы выдали паспорта. Мы очень ждем вас, приезжайте. И потом тут какие дополнительные встречи устраивают, там с Александром Дугиным, там что-то хотели еще с москвичами. Это на втором-третьем месте. Нам нужно паспорта выручить. Нам нужно сегодня с вами и там или вместе, ну что отец Кирилл, чтобы был, помог своим видом и все, походатайствовал, вырвать паспорта, буквально вырвать. Все сроки, когда они обещали отдать эти паспорта, прошли 3 недели. Мы должны их получить сегодня. Мы вас ждем. Вас через сколько будете здесь, у отца Кирилла? Через 5, через 10. Пожалуйста, приходите сюда. Тогда уже мы просто увидим, как надо это сделать-то. Без этого никак нельзя. Мы просто зависли. Нет паспортов, у нас все закрыто. Так, мы без вас ни шагу. Езжайте сюда, тут мы легче тогда. Так, кое-куда еще надо будет позвонить, отдать. И тут книги привезли, которые заказывали людям. Светланы-то нету здесь? Светлана, она все равно еще. Ну, там отдыхает. Ну, мы с ней-то связи не имеем. Отец Кирилл нас передал вам. Все, чтобы у нас есть, выполнить это дело. Приезжай поскорее, пожалуйста. Андрей Батьев. Здравствуйте. Русский дом, журнал. Журналист. Не знаю, просто познакомиться, Игнатий Тихонович. Да, потому что потом будете общаться. Елизавета. Не бросай, так я еще переговорю. Из храма Никола на Берсеневке. Мне просто... Так, мы были в гостях у Игнатия Тихоновича, и так мы поддерживаем связь. Скажи, что к нам по телефону ездила с ребятишками.
Спасибо. Так, ну вы голос хотя услышали, будете знать, кто у нас тут. Да, 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 они с ребятишками, с отцом Кириллом были у нас в Потеряевке в лагере одно лето. Так, это не понаслышке. Вот я, которую книгу вам привезу, это... Вы его не записывайте. Ничего, говори. Лариса, моя знакомая, потому что мне некогда было, она пошла в понедельник. Понедельник был выходной в курсе. У них, да, у них всегда понедельник выходной. Вот. Но она целый день потратила на хождение, потому что там адрес, который был указан в интернете, они съехали 2 недели назад. Вот этого я боялся, так и есть. Вот. Она поехала, и сначала в визовый отдел поехала, по неправильному адресу. Потом, совета не на шаг от нас, мы даже паспорта получили. Потом она поехала в посольство. В посольстве там, естественно, с ней не стали разговаривать, послали в визовый отдел, вот, Сыромятнический переулок, дом 2. Так. Вот. Но она туда приехала, естественно, там выходной день. И что там сделали в визовом отделе? Выходной оказался. На следующий день я поехала под ливнем, под дождем, без зонтика. Ой, все думаю, ну надо уже идти, уже к вечеру. Край надо. Уже к вечеру. Вот, пришла, говорю, вот так и так. Послали. Как ты им сказала? Расскажи. Говорю, вот мои знакомые из Барнаула просили не отсылать их паспорта. Ну, тут же меня Мы едем сами сюда. Да. Тут же меня послали к Артему, там, молодой человек, который вот там везут им целую коробку паспортов. Наши целые? Ваши еще в посольстве, он говорит. Ваши еще к нам не поступают. Не рассмотрели? Они еще в посольстве. И скажи на него. Были. Ну, может, сейчас. Во вторник. И записал там на доске ваши фамилии и сказал, на 90% даю вам гарантию, что не отправим мы. Это главное. Слава на 90% всего. Это очень важно. Это значит правильно все. Так, сегодня мы как можем поехать куда? Сегодня может разделиться, кто-то в визовый отдел, а кто-то... Мы не можем делиться, только вместе. Мы на машине едем, на своей. Ага. Мы без вас никуда... Начать с которого часа не советуют? Вот я не знаю, с 8 или с 9 они как-то... Ну, поехать с 8, чтобы мы стояли рядом там, первые. И где что есть далеко. Я отца Кирилла буду просить, чтобы он сказал, ничем вам не заниматься, только нами. Так я же, мне еще на работу надо, я немножко с вами поезжу, конечно, с утра. Ну, хоть маленько ты посунешь, куда главное. Да, да. А мы-то со своими паспортами, это мы именно, не чужие. Вот. Значит, сейчас сколько, по-вашему? Сейчас 8 час уже. Посмотри. Да, 8 час. Минут 10, наверное, 8. 12 минут. Сколько? 7:12. 8 час, 12 минут 8. 8. Ну все, мы сейчас благословляемся и поехали. А батюшка сказал, какие-то ваши вопросы еще записать? Да, другие вопросы, которые вот это, русский дом, мы сейчас с ним разговаривали. Ну, с вас это снимается. Угу. Второе, разговор... Хотели устроить встречу с Александром Дугиным. Отец его хорошо знает. Созвониться, рассказать, что мы здесь. Ну это вы сами тоже? Нет, понимаете? Это только через вас. Мы ничего не знаем никого. Это встречу желает устроить. Напишите, кто. Евгений. Я фамилию-то я так и не узнал. Витя. Я тоже Евгений не знаю. С Екатеринбурга. Евгений Санкт-Петербург вчера нам позвонил, чтобы встреча с Дугиным была, где люди соберутся, кто что. Вот до конца это надо добить. Это мы не знаем где. Но остальные контакты тут уже только Евгений будет говорить. Ну, так, где, ты... на Берсеневке вы хотите? А? На Берсеневке встречу эту? Видимо, я не знаю, или я не назначил. Вообще не знаю. Нам бы желательно было здесь, чтобы не мотаться. Здесь а мы... Евгений, у вас какие? Есть координаты? Да, есть. Его телефон. А, телефон, да, его, телефон да, есть. Его. Связаться с ним и найти. Так. И с контактом, что он хотел-то, пускай все решает. Нам главный вопрос. Теперь книги мы привезли, к вам придут люди за книгами. Угу. Где положить эти книги? И мы на них сейчас выйдем и скажем, книги уже привезли. Чтобы почту не посылать, мы попутали для москвичей привезли книги. Где помещение, чтобы и человек приедет, чтобы ему сразу дали, а не так, что заперто и приехал. Оставить книги. Может, в воскресной школе может быть. Ну, напишите сейчас, что сказать. Колобок побежит. Ой, какая очередь. Что же делать? Мы пройдем сначала. Визовый центр идем. Вот лежит без очереди. Нет, мы, нам просто справку взять. Мы не будем там сидеть.
куда идти? Ну, подойдем, пойдем, пойдем. Мы попробуем с тобой выйти. Да, сколько народу. Побольше в Новосибирске. Визовый центр приехал. За паспортами. Все рвутся за границу. Не хотят матушку Русь посещать. Нас ждут там, батюшка. Я сказал, в Англии не больше 3 дней. Они мне в ответ говорят, королева обидится. Королева будет знать тоже? Конечно. Мне там с подарками. Надя. Я обоим папам Франциску Венедикту дадут подарки. Надеетесь на встречу? Нет. Ну, встречу, Бог его знает. А именно через секретарей передать, а там же адрес все есть. Так. Пришли в визовый центр. Это не мы выпускаем. Вот по приглашению Андрея едем. Пожалуйста. Так, Витя, дай-ка бумагу. Видите, мы едем так. По приглашению Великобритании. Медленно проведи. Фамилия Савченко, Курчина. Да, да. Предки-то с Украины мои. Так же. Тридцатое мая. Идем мы из посольства Великобритании. Узнавали о наших документах. Да, понял. Бог и врагов его примиряет с ним, когда пути наши угодно Господу. Вот мне интересно, отношения самые хорошие с КГБ сохранились со всех людей. И приезжали нету, который меня осудил. Отец Кирилл Сахаров на Берсеневке служит. Вот это же удивительно все. А вон наша ласточка белая. Ну, все, мы в Москве. Слава Богу за все. Сегодня пятница, 30 мая. Слушай, русский дом надо найти. Батюшку, мы не повезем на место, появимся один раз. Есть телефон у меня. Сейчас ты уже созвонились. Знаем, где надо поехать журналы забрать. Поехали. Давай. Сейчас, пусть машина проедет.